Всем привет! И сегодня я вам расскажу про очень интересную штуку. Недавно я чуть не нарвался на фишинг. Что такое фишинг? Фишинг – это когда вам приходит письмо якобы от нормального сервиса, где указано, допустим, ваш аккаунт заблокирован, либо срочно войдите в аккаунт для изменения каких-то личных данных. Вы кликаете на ссылку, попадаете на фейковый сайт, и ваши данные уводят. Так вот, совсем недавно ко мне пришло письмо якобы от сервиса криптовалюты Призм, то что мой кошелек заблокирован. Заблокирован со всем его содержимым. Мне, конечно же, стало очень печально, но я не кликнул по ссылке. Я зашел в сам кошелек, вбив его адрес, посмотрел, а кошелек работает, и это просто прекрасно. Кстати, вот так именно выглядело это фейковое письмо. Так что, ребята, пожалуйста, будьте аккуратнее. Следите за ссылками, на которые вы переходите. И вообще желательно, если есть какое-то подозрение, не переходите. Самое удивительное, в этом письме даже отправитель был поддельный, где домен полностью совпадал с доменом этого сервиса. И ссылочки в письме были указаны очень похожие на настоящие. Но если бы я кликнул на них, я бы попал на фишинговый сайт. Так у вас могут увести не только криптовалюту, криптокошельки, у вас могут увести аккаунты в социальных сетях, у вас могут увести игровые аккаунты и прочее. Ребята, пожалуйста, будьте внимательны, не переходите лучше по ссылкам, а вбейте руками в браузере адрес сайта, от которого вам пришло письмо, если вы как-то сомневаетесь. Ну а ссылка на криптовалюту Призм у меня в описании. Всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не попадайтесь на фишинг. Будьте внимательны в сети.